Заходим опять в Days. Конечно, глупо овер. Ну, там баг какой-то был. Дракон. Нифига. А, ну да, это еще дракон, конечно, потому что я еще не в электрике. Сейчас здесь спавнится Волга в этом ангаре синем. Так, ее нету. Бензобак. И зомбачки. Странно, что там наверху зомбачки. Обычно их там не бывает. Ну да ладно. Опачки, кто-то стрелял. Блять, картошка это опять. Это читер. А, и он, наверное, опять на этой горе сидит. То есть я фиг подбегу к пожарке. Непонятно. Ну да и фиг с ним. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, блядь. Перестрелка. Блядь, по мне, походу. Ладно, пусть не стоят, пофиг на них. Ёптель, блин, какие выстрелы. Где-то определенно нифиговая перестрелка. А, эти мухи могут быть у мусорника. Побежали в школу. Но это нифига не у мусорника. Ух ты.
О, вот это, кажется, калаш стрелял. Потата, у тебя невидимость? Какого хрена? Ты почему невидимый-то? Я же вижу, за тобой зомбаки идут. Дымок, выстрел из ниоткуда. Чё за хрень-то вообще? Да, как я и говорил, Потата Штирёк. Потато? Я тебя видел. Спалился, читак. Здорово, пацаны. Здорово. Есть, есть, братиш. Кто стреляет? Не понимаю, где мухи? Ёб твою, блядь. Да не стреляй, не стреляй. А, ну понятно. Смысла играть здесь нету. Пробуем еще раз, конечно, перезайти. Если будем в черно, то будет прикольно. А у электро вообще делать нечего. Читак, которого не видно, это фигня. Не играю, бред. Комарова. Угу. Комарова, это хорошо. Ты урод, нахрен ты мне ноги сломал. Парень, не трогай его, блядь.